Привет, друзья! Так, сегодня у нас какое число? Я забыла. В общем, нам уже скоро уезжать, по идее. Ну, где-то чуть больше недели мы еще здесь будем оставаться. Вот, и эту неделю мы с детьми решили провести в городе, посетить различные аттракционы, какие только возможно. Вот сейчас мы вместе приехали на общественном транспорте, идем в сторону Катиного дома. Там у нее встретимся и пойдем в парк, который возле их дома находится, рядом со спортивным комплексом Зорги Фитнес. Там, как я вам говорила, парк динозавров. Я не знаю, посетим мы его или нет, но мы вообще хотим покататься на машинах, на картинге. Или как это правильно сказать? Я тоже хочу на машинах. Вот Девран тоже хочет. Вот. Поэтому сейчас мы идем туда. Будем включаться, присоединяйтесь и кому интересно. Настя! Хай! Так, пошлите. На пешеходном переходе нам все уступают дорогу. Это знак пешеходного перехода. Ой-ой, там динозавр умер, мам! А? Динозавр умер! Умер? Почему умер? Что за глупости? Умер! От него только... Динозавр! От него только один хвост остался. Это макет, наверное, скелета динозавра. Мы будем отсюда сейчас проходить. А, вон катаются. Сейчас я камеру переключу. Посмотрим на месте. Ребята тут гоняют вовсю. Я не уверена, что меня разрешат. Да? Ну, со взрослыми, значит, будешь ездить. Я боюсь, что она это очень быстро поедет. А со скольки лет, интересно, надо спросить. Ага. Это прайс. Сейчас посмотрим. Сейчас придут сюда. Девран, туда не заходи. Мне 8, а надо 9. У меня почти 9. Здесь трасса оказалась достаточно сложная. У нас еще есть буфе-картинг в другом месте. Там попроще. Но мы не знали об этом. Вот. И дети будут ездить с инструкторами. Сынок. Сынок. А что? Настя. Со своим другом. Кто победил, а кто это проиграл? Под шлем одеваются вот такие шапочки. Сейчас нам еще и шлемы выдадут. Тем более я первый побежду. Ой, тем более ты первый победишь, да? Да, девочки тоже такие красавицы. Да.
победил? Ну как тебе понравилось? Да. Молодец, сынок, ну как? Понравилось? Да. Еще хочешь? Да. А? Да. Серьезно? Да. Мальчишке понравилось? Всех обгонялись, скажите. Мы всех сделали. Молодцы. Девран, ты первое место, что ли, занял? Да. И на пьедестале стоял? Да. Умница. Такие ежики. Спасибо, скажите. Спасибо. Что, крутяк? Классно. Вообще-то фотограф, но сейчас я уже мало этим занимаюсь. Так, и профессиональный, да. Я могу, ну, не могу. Говорю могу, у меня просто вся моя аппаратура не здесь. Я живу в другой стране. Да, я уже знаю. Ну вот. И я ничего с собой не взяла. Информации. Понятно. Ну, было очень приятно познакомиться. Счастливо вам. А я Лена. Привет. Счастливо погулять вам, молодежь. О, давайте, пока. Газировка, что ли? Да. Ух ты, а надпись-то какая. Прям как это. Единственное, что вот эти штучки тут мигают. В наше время такого не бывало. Мы уже как эти старые бабульки. Это лимонад, что ли? Да. Вот это да. Вот вам все 33 удовольствия. Мы находимся возле входа в парк динозавров. Цены, конечно, здесь не бюджетные. 500 рублей написано. Сейчас я вам покажу, что написано. Вот, видите, взрослые и те же дети. То есть одинаково всем вход. Дети, давайте заходим. Да. Едят. Хорошо. Можно? Нас четверо. Снимайте все. Да, да. Слушай, маленький парк, да? Или там еще дальше есть? А, нет, там еще дальше можно идти. Дети, ходите, смотрите. Пока веду репортаж. А нет, в принципе, большой такой парк. Вот смотрите, там лес. И там все есть. Динозаврики. А, вон там, который шевелится. О, смотри, как открывает. Не бойся, сынок. Боюсь, динозавр. Не бойся. Он слишком тяжелый. Пойдем, сынок. Девран, давай руку. Мы идем к большому динозавру. О, мы же по большому. Ты боишься, что ли? Не бойся. Огромные. Огромные, но они же не делают вреда людям. Они просто стоят, шевелятся. Они же это огромные куклы просто. И конечно. Они как же огромные. Мы боимся динозавра. Да, ты не хотите посмотреть виртуальную реальность? Нет, мы сегодня уже виртуальную радость. Спасибо. Мы уже такую виртуальную радость гляделись. Вон, садись попой на шипы. А, точно, точно, давай, я тебя сниму. Можно? Сейчас пойдем на тарзанку. Пойдем? А, ну узнай, давай. Ой, вот этот какой-то же интересный.